Правда, что год тигра начнется 1 февраля 2022 года? Давайте, наверное, начнем с того, что мы вообще расставим точки над «и», да, и разберемся, что многие сейчас ждут и готовятся к году тигра, да, водяной тигр, все хотят его задобрить, все узнают, что он любит, как его встретить, что он нам принесет на самом деле. Ну, это немножко ошибочно, потому что по восточному календарю год тигра наступит только 1 февраля. Ну, то есть к ночи с 31 декабря по 1 января тигр никакого отношения вообще не имеет. И, ну, все-таки, да, у нас здесь Новый год именно календарный начинается, и здесь правильно вообще знакомиться в 2022. Ольга, скажите, каким будет 2022 год? 2022 год, он находится под покровительством планеты Венера и архетипа влюбленной. Да, и Венера, она про семью, она про любовь, про семейные ценности, про эмпатию, про красоту, про дом. Поэтому наша задача основная в этом году — раскрыть вот эту любовь. Безусловно, любовь к себе, любовь к миру, к партнеру, эмпатию, заботиться о других. Ну, то есть вот такие все максимально нежные энергии, гармоничные, спокойные. Но важно понимать, что у каждого числа есть как положительные моменты, так и отрицательные. И если мы не будем в себе раскрывать вот эту энергию любви, то как раз-таки раскроется отрицательная сторона медали, а здесь уже у Венеры это и конфликты, это различные интриги, это и войны, да, поэтому наша с вами задача всех максимально вот раскрывать свои сердца, любить, делать все с любовью и окружать себя вот этими ценностями. Говорят, что 2022 год — год любви. Как вы считаете? Да, действительно, это так. И если вы одиноки, и если вы в ожидании любви, то этот год готов вам подарить вот эту долгожданную встречу. Но важно открыть свое сердце. Да? Мы часто ждем любовь, но не всегда готовы к ней. Поэтому раскрывайте любовь, начните с себя, да? Полюбите сначала себя и будьте готовы к любви, она обязательно к вам придет.